В заседании Думы городского округа Городбой один из вопросов, рассматриваемых в рабочей повестке депутатов, был отчет об итогах оперативно-служебной деятельности МО МВД России Буйский за истекший период 2020 года. «Береженного Бог бережет» привыкли говорить мы, однако все меньше заботимся сами о себе. Возросло количество преступлений с использованием IT-технологий, мобильное мошенничество. Видимо, в рамках режима самоизоляции мошенники тоже самосовершенствовались. С докладом выступил временно исполняющий обязанности начальника МО МВД России Буйский Андрей Пестов. Оперативная обстановка оставалась стабильной и контролируемой. Фактов осложнения, актов терроризма, массовых беспорядков, резонансных преступлений на территории обслуживания не допущено. За рассматриваемый период на 17,3% произошел общий рост зарегистрированных преступлений. Увеличилось количество зарегистрированных преступлений категории тяжких и особо тяжких, прирост которых дали имущественные составы, кражи и мошенничество, в большей своей части совершенные с использованием телекоммуникационных технологий и сети интернет. Работы нарядов полиции в системе единой дислокации позволили держать оперативную обстановку контролируемой, что подтверждается снижением количества преступлений, совершенных в общественном месте. За первое полугодие текущего года участковыми уполномоченными МО МВД России Буйский раскрыто 73 преступления. В связи со сложившейся ситуацией в регионах из-за распространения коронавирусной инфекции и введения губернатором Костромской области режима повышенной готовности, на территории Костромской области наблюдается снижение административной практики. За истекший период на территории обслуживания зарегистрировано 4 факта самовольных уходов несовершеннолетних из семей. С каждым несовершеннолетним проведена профилактическая беседа с целью выявления причин и условий совершения данного деяния. В целях осуществления контроля за миграционной ситуацией на территории города Буя и Буйского района проводятся мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. За отчетный период проведено 23 проверки, по результатам которых выявлено 62 административных правонарушения. Оценка результатов деятельности МО МВД России Буйский по статистическим показателям за первое полугодие составляет 64,6 балла, что соответствует третьему рейтинговому месту среди всех территориальных органов МВД России на районном уровне. В настоящее время на территории области наиболее распространенным видом преступления является хищение денежных средств со счетов клиентов кредитных организаций с использованием компьютерных технологий. Наряду с незаконным доступом к компьютерным системам, перехватом данных, воздействием на данные, воздействием на работу системы, кража с использованием банковских карт через интернет. В заключение отчета хочу сказать, что перед полицией стоит широкий круг задач, от качественного решения которых зависит общий успех борьбы с преступностью и укрепление правопорядка. Возможности добиться положительных результатов оперативно-служебной деятельности, несмотря на имеющиеся трудности, у нас имеются, и мы приложим для этого все силы, знания и опыт.